Сотни килограммов рыбы ценных осетровых пород изымаются атравскими силовиками в ходе рейдовых мероприятий на реке Урал. Только за последнюю неделю общий объем изъятых осетров перевалил за полтонны. При этом браконьеры не гнушаются даже молодыми особями, нанеся тем самым непоправимый ущерб экосистеме. Еще одна ночь, очередное задержание на реке Урал. В этот раз в поле зрения инспекторов попала мощная пластиковая лодка типа «Байда», предназначенная для выхода в открытое море и оснащенная мощным мотором в 200 лошадиных сил. На приказ остановиться люди на плавсредстве никак не отреагировали и попытались скрыться. После принудительной остановки в лодке обнаружены 7 полиэтиленовых мешков. В них оказалась рыба осетровых пород. Уже на первый взгляд видно, что вылазка для браконьеров не первая. Готовились основательно. Вся выловленная рыба выпотрошена, разделана на тушки и тщательно упакована. Обычно браконьеры используют ночное время суток, чтобы на мощных лодках проскочить пост рыбоохраны. В этот раз это не удалось. Вся изъятая рыба, это более 200 килограммов, скорее всего, предназначалась для реализации на черном рынке. Зачастую при задержании любители незаконного лова оказывают сопротивление. Не изменился сценарий и в этот раз. В итоге повреждена видеоаппаратура инспекторов. Двоим браконьерам все-таки удалось скрыться. Из них один задержан, двое скрылись. В настоящее время нами принимаются меры по установлению данных личностей и принятию мер в отношении виновных лиц. Примерно в это же время на одном из каналов другая группа оперативников произвела еще одно задержание. Первым делом браконьеров обыскивают на предмет GPS-навигаторов, хотя от них преступники избавляются в первую очередь. В них занесены все координаты браконьерских сетей в море. Здесь среди пойманных осетров и совсем молодые особи. Им нет еще и 2 лет. Эти маленькие рыбы практически не представляют себе ценности никакой. Но несмотря на это, браконьеры все же их используют в целях реализации. Практически идет, да, истребление, можно сказать. Только за последнюю неделю произведено 5 задержаний браконьеров с осетрами. Общий объем изъятой рыбы более полутонны. Специалисты уверены, что на сегодня назрел вопрос ужесточения ответственности за браконьерский вылов рыбы. Решить проблему полностью это не поможет, но значительно снизить темпы сокращения популяции осетровых на Каспии вполне возможно. Талгат Утигулов, Азельхан Уахитов, Атырау.